Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев награждал наиболее достойных участников регионального этапа международной премии «Мы вместе». На этом этапе было представлено более 400 социальных инициатив самого широкого спектра. Например, один из победителей, Синара-фонд, разработал уникальный проект ранней профориентации школьников. Бренд адаптивной одежды команда дизайнера Полины Солодовой – это создание модной и удобной одежды и аксессуаров для инвалидов. Напомним, международная премия «Мы вместе» – это продолжение одноименной акции взаимопомощи, и организована она по поручению президента России Владимира Путина для поддержки социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни, на помощь людям. Волонтером года признан Егор Казаков, наставником года – Гульнара Патракова. Первые места в своих категориях заняли волонтерский центр русской медной компании «Сила Урала», центр реабилитации диких животных «Солнечная птица» и Серовский политехнический техникум. Я хочу поблагодарить за столь высокую награду и от лица Серовского политехнического техникума выразить, наверное, даже не только мнение нашего коллектива, а мнение всех, кто сейчас на этой сцене. Все, что происходит сейчас, мы смогли сделать, только сообща и вместе. Это результат работы большого коллектива нашего техникума, Серовского городского округа, администрации, волонтеров, соседних городов, потому что работа делается огромная, работа очень нужная, и важный момент, что нам получается вовлечь в эту работу нашу молодежь. Это очень важно. Они с горящими глазами встают к станку, берут в руки держак сварочного аппарата, и они по-настоящему понимают, зачем они это делают. Спасибо. Каждый проект нужен и важен. Каждый достоин тиражирования и масштабирования. Определить лидеров было очень сложно. Тем не менее, победителями и призерами регионального уровня признаны 32 проекта. Рад, что 18 проектов из Свердловской области вошли в топ-1000 заявок премии 2024 года. Кроме того, 5 уральских команд будут бороться за федеральный грант. Верю в вас, земляков, в победу Свердловской области.